Начинаем со спецоперации в Тюмени. Там силовики ликвидировали боевиков, запрещенный в России ИГИЛ, которые готовили теракты в местах массового пребывания людей. Двое вооруженных преступников укрылись в одном из частных домов. Был введен режим контртеррористической операции. Весь район оцепили. Улицы перекрыли бронетранспортерами. Людей эвакуировали. Бандитам предложили сдаться, но они открыли стрельбу. Ответным огнем их уничтожили. Никто из местных жителей и сотрудников правоохранительных органов не пострадал.